пришли на море по той дорожке, по которой шли. Вот. Видите, море сегодня спокойное. Вот. Но море ушло от того места, где когда-то было. То есть воды стало меньше. Вот видите, как красиво. Блеск он какой от солнца. Солнечно сегодня. Но вот мы пошли, когда еще был туман, как-то стелился, и было не так солнечно. Сейчас вот более-менее уже солнечно. Ну, народу, конечно, почти никого нет. Тут несколько человек только. Ну, море сегодня спокойное, но ветер. Ветер не такой сильно холодный, но все равно ветер есть. Ну вот, вот там вот с детьми пришли, вот тут вот тоже сидят. Ну, есть немножко народ. Там вот на горе, по горе тоже идут несколько человек. А там вот, где мы всегда сидели почти что, это самое, вот там лаз такой сделан, там тоже вот народ сидит, я не знаю, там они самое, жарят шашлык или не жарят, но во всяком случае они там сидят. Ну вот, а с этой стороны, может быть, там далеко, где вот дом, это самое, с синей крышей, вот, может быть, там, ну, видно, что там есть несколько этих человек, которые, наверное, городят. В основном, на другой стороне всегда я вижу, что есть рыбаки. Вот. Но сегодня вот не вижу, чтобы лодки были в море. То есть из-за того, что сегодня, наверное, все-таки Пасха, сегодня не решились люди, как говорится, нарушать праздничный день. Поэтому горизонт абсолютно весь чистый, никаких сторожевиков, никого нет. Хотя вон там вон что-то блеснуло далеко-далеко в стороне. Это у тебя, Наташа? А, вот, так что, ну вот, море более-менее спокойное сегодня. Ну, хоть ветер и есть, но ветер не с моря идет, а с суши. Поэтому этих волн нету. А вот позавчера я была, когда здесь, то волны были, ну, где-то, наверное, полтора, один или полтора балла был штормик. Вот, но ветер был именно с моря, поэтому был штормик небольшой. Ну вот. Вода очень. Ну, вот мы сейчас шли по берегу, да, вот шли от главного входа. Вот смотрите, вот тут вот идет близко вода, а тут вот, видите, уголок такой, и как бы дальше море. Ну, море наоборот ближе к центру, а здесь вот наоборот, как бы дальше. Вот интересно очень это. Мы обратили внимание с Наташей. Вот видите как, и здесь вот, но вообще море немножко ушло, вода ушла, примерно где-то метра на два ближе к центру. Ну, в смысле, не наоборот на сушу, а наоборот, с суши ушла к центру моря. Вот, ну здесь вот что-то интересное, ну тут вот не очень чувствуется это. А там вот мы проходили, так вот, вот такая вот дорожка проложенная прямо, потом немножко песочка, и опять такая же вот дорожка, прямо такое впечатление, что кто-то выложил специально. Но это, конечно, никто не выкладывал, просто вот из-за того, что эти шторма, вот, они вот сами, сама природа сделала так. И вот, видите, мелкая галька, потом покрупней, опять мелкая, опять покрупней, а тут вон вообще крупная галька. Вот. Ну вот, продолжаем путь дальше мы. Мы нашли такое место, где вот это вот, через которую мы перешагивали. Вот мы перешагивали там, где вот третий отсек. Вот. И смотрите, как сильно ушло море. Там вот второй, где отсек, там еще была вода.
Вот. А дальше уже, ну, и камни эти, ну, располагались горизонтальнее, чем сейчас. Сейчас они вот из-за того, что был шторм сильный, вот оно как-то, ну, вообще уступами все, все побережье у нас здесь. Вот. И вот раньше вот это вот первое, второе и третье отделение вот эти вот, они все были в море. Вот представляете, море ушло. То есть ушло где-то метров на пять. Вот. Ну, я думаю, что это вот из-за разломов, из-за того, что было землетрясение в Турции. Там же смещались эти плиты, и, наверное, между плитами было пространство, через которое вот проходила вода. Уходила. Ну, вот даже там вот на углу раньше было только по воде можно было пройти, вот где скала поворачивает. А теперь там где-то метра три почти что от этой скалы до моря. Вот такие вот дела. Ну, мы хотели тут вот ламинариями подышать, но не знаю, вот подышим или нет. А тут вот тоже интересно. Вот видите, тут вот галька покрупнее, потом идет вот мелкая галька, а потом опять крупная галька идет. Прямо как будто бы кто-то специально выложил это все. Ну вот, ну все, больше тут нечего фотографировать. Вот, на этом я кончаю, потому как у меня, наверное, кончается уже зарядка в телефоне. Потому как я очень много говорила и, ну, наговорила очень много на телефон роликов.